Приветствую всех любителей Fortnite, а сегодня мы смотрим хайлайты, лучшие моменты боевого карася. Это скин, который уже был на моем канале, я за него занимал первое место, и каждый раз, когда играю за эту рыбку, обязательно попадаю либо в топ-10, либо топ-20 из 100 стабильно, топ-5, топ-3, ну и частенько беру первые места, возможно из-за того, что на фейсе у карася нанесены такие полосы, которые наносят себе спец какие-то агенты для того, чтобы спрятаться среди листвы, да и в принципе камуфляж у карася такой достаточно неприметный. Но почему-то именно выбирая этот скин, получается попадать в топ, и более того делать это часто. Ну вот, сейчас видим первая схватка. Тут двое рубились. Я просто прогуливался рядом и ненароком зашел. Не таился, ничего такого. Ну, давайте поклонимся. Покажем этим ребятам, что зла мы на них не держим. И не хотели ничего плохого. Просто это игра. Пускай не расстраивается. Вот им бенгальский огонек в честь зимы текущей. Хотелось бы напомнить для тех, кто смотрит это в записи, я снимал 9 января 2024 года. Вот такой вот внезапный деп от карася. И мы переходим к следующему эпизоду, оставив на счетчике цифру 2 по устраненным игрокам. Следующий эпизод, как видите, наш мудрый, храбрый карась обзавелся баллистическим щитом от пуль, пистолет в правой руке. Разработчики добавили одну очень интересную функцию. Не знаю, была ли она в начале сезона или это какое-то нововведение. Если пользуетесь щитом баллистическим, то при длительной стрельбе в этот щит, вот, например, если я держу щит перед собой, в него очень много раз стреляют, игрок входит в такой вот, наверное, секундный стан. То есть от длительного попадания щит откидывается, и как бы у карася болит рука, из-за этого он опускает щит и отводит его в сторону, давая тем самым сопернику попадать по себе. Но здесь, в этом эпизоде, нам щит не понадобился. Карасю пришлось опуститься в воду, а в воде, конечно, рыба-карась как рыба в воде. То есть он рыбой является, к сожалению. Игрок, который выступил против нашего карася, об этом не знал и поплатился. На счетчике у нас цифра 4. Переходим к следующему эпизоду. Экзотическая греческая архитектура, замок, где произошла очередная перестрелка. Здесь довольно-таки оживленно, много игроков, которые решили попытать счастье и лутануться здесь. Но наш карась спуска не даст никому. Он будет молотить всех подряд, особенно с автоматического ударного дробовика. Можно очень-очень хорошо сражаться против щитоносцев. Потому что чуваки со щитами, они просто ненавидят дробовики. Так как дробь при попадании в щит очень сильно много урона наносит, и идет отдача. То есть бешеная инерция переходит от щита в руку. И разработчики в этом плане добавили приличное количество реализма, когда буквально с 2-3 попаданий щит откидывается в сторону, игрок входит в стан, то есть открывается. Тут, конечно, разработчикам браво. Пятерых забрал наш карась, и мы переходим к финальному эпизоду этого матча, завершающий эпизод, который и дарует победу нашей боевой рыбке. Очень интересно развивается повязка на лбу у карася. Эта повязка, как мы знаем, используется спортсменами, а также главным героем фильма «Рэмбо», для того, чтобы пот не застилал глаза во время жаркой битвы. Наш карась перезаряжается, прячась за камнем, абсолютно хладнокровный храбрец.
который выйдет на последнюю битву. У игрока, который выступил против нас, был охранник, с которым карась без труда расправляется. Достает баллистический щит. Пытается зарядить обойму, но так как обойма полная, карась машет головой, мол, заряжать обойму не надо. Хорошо, выходим на финальную охоту. В данном этапе я не знал, где прячется игрок, но сам решил занять позицию в этом здании. Тут, увидев стрельбу, почувствовав ее, укрытие, конечно же, пришлось оставить и в срочном порядке разбираться с оставшимися выжившими игроками. Минус один, и тут же идет минус два. Такой вот, ребятки, получился топ. Обязательно не забудьте поставить лайк, подписаться. И всем пока, до новых встреч.